Мої вітання, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь телеканал «Медіа Інформ». У студії для вас працює Вікторія Синько. Сьогодні будемо говорити про таке. За 30 років незалежності в Україні так і не сформувався середній клас. Це не мої слова. Так кажуть дані соціологічного дослідження Держстату. В його межах було опитано, якщо не помиляюсь, біля 7-8 тисяч домогосподарств, і лише 1% респондентів відносять себе до середнього класу. 32% себе не відносять ні до середнього, ні до бідних, ні до середнього класу, а ще 67% назвали себе бідними. Ось такі дані, і сьогодні будемо про це говорити, чи взагалі є у нас, в нашій країні, середній клас. Говоримо з нашою спеціальною гостею. Рада вам її представляю. Кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології ОНУ імені Ілії Ілліча Мечнікова, Ганна Ятвецька. Пані Ганно, вітаю вас в нашій студії. Рада вас знову бачити. Ну, ось така, знаєте, тема завжди. Ось вважається взагалі, що наявність середнього класу – це як дзеркало нашої економіки, економіки країни. І, в принципі, воно дійсно так і є. Давно вже, ну, я можу судити за часів незалежності, що кажуть, у нас в основному є бідні, є багаті, середнього класу немає. Але давайте спочатку поговоримо, хто може відноситись до цього середнього класу взагалі, тому що у нас навіть виникла на телеканалі так дискусія з цього з приводу, чи є якась певна сума, дохід певний, коли людина там відноситься чи то середнього класу, чи то вже вона, чи до бідного класу. За якими показниками? Ну, вот, скажем так, можно считать, что к среднему классу теоретически относятся, есть два подхода, объективный и субъективный, и их смесь. Объективный – это определенный уровень материального дохода. Я понимаю, что тут могут вестись споры, поскольку, скажем так, да, то есть у нас есть какие-то определения, скажем, Всемирного банка, разных исследователей, то есть по-разному можно определять, что такое средний, вот это, эти, скажем так, да, определенный уровень дохода, поэтому здесь нужно, скажем так, можно понимать так, что человек может себе позволить купить не только предметы первой необходимости и продукты, но он еще может купить себе также и, скажем так, и... Тобто не економити, як я розумію, да, там на одязі, на відпочинку, тобто вони можуть собі дозволити її подорожі, там да, вони можуть собі дозволити, да, поїхати в поїздку, вони можуть собі дозволити купити бутову техніку, якщо там, допустимо, да, вони можуть собі дозволити купити, якщо потрібен автомобіль. Возможно, они могут себе также позволить купить квартиру, может быть, не сразу, но хотя бы в кредит, но смысл в том, что это определенный уровень дохода, и этот доход стабильный и легальный. Ось, це головне, стабільне, да, і легальне. Але це який дохід повинен бути? Про яку суму йдеться річ? Аби ми, знаєте, відразу розуміли. Ну, это должно быть хотя бы две средних зарплаты по стране, то есть у нас по стране порядка 10-11 тысяч, то есть это где-то 22-23 тысячи, и это нижняя граница этого среднего класса, и до 200% от вот этой средней зарплаты, 22-220 тысяч гривен в месяц, это средний класс, верхняя граница. Ага, ось так. Да, то есть это, в принципе, уже, когда мы говорим о вот этих вот, о 200%, понятно, что это уже высший средний класс. То есть это уже люди, которые приближаются к, скажем так, к тем, кого можно считать богатыми. То есть это топ-менеджеры, скажем так, да, не мелкие, это уже не мелкие, это уже средний бизнес и может быть, там, тот, который приближается к крупному ближе. Но смысл в том, что это легальный доход, должен быть легальным. И наша проблема в том, что большинство тех, кто теоретически может себя отнести к среднему классу, они не могут быть к нему отнесены, потому что доход а) нелегальный, б) нестабильный. То есть сегодня доход есть, завтра его нет.
Поэтому у нас сегодня у нас сложности со средним класом. То, а чому саме ось такі ви назвали так два показники, що це повинно бути офіційно, так, і повинні платитися там у держказну податки і так далі. Знаєте, чому це? Тому що соціологічні опитування відбуваються між респондентами, які офіційно працюють, офіційно працевлаштовані чи як? От чому це важливо? Це важливо для країни, ми розуміємо. А чому так? Все діло в тому, що легальность подразумевает то, что да, с одной стороны платятся налоги, а с другой стороны человек является социально защищенным, то есть его не могут завтра выставить на улицу. И мы опять же возвращаемся к стабильности, то есть сегодня платят зарплату в конверте, а завтра эту зарплату в конверте не платят, и куда этот человек может пожаловаться, да, то есть он работает на минималке, остальное ему дают в конверте. Немає надійності, правильно? Да, да, то есть нету вот этой стабильности, нету уверенности в завтрашнем дне. Понятно, что ну, человек, когда он находится в состоянии нестабильности, он не знает, что будет завтра. У нас возникают проблемы и в обществе, и, скажем так, и у психологов. То есть тут больше, конечно, если мы говорим о личностных проблемах, это больше к психологам вопрос, но на уровне общества у нас растет нестабильность, у нас растет напряженность, и это, конечно, большая проблема. До середнього класу, знаєте, ось саме по тим всім критеріям, щоб вони відповідали, за які ви кажете, це у нас які взагалі можна віднести професії? Тому що, наприклад, ми маємо розуміти, що, наприклад, у моєму оточенні досить таки багато людей, які працюють на двох-трьох роботах, аби ж мати цю ту саму тисячу доларів, там більше 25 тисяч гривень заробляти, і вони дійсно працюють, напевно, дуже багато на вихідні, і немає, знаєте, цього балансу між відпочинком та роботою. Тобто це які професії в основному? Відразу можу казати, що це, напевно, програмісти, сфера IT. Да, это, конечно, програмісти, это сфера IT. Это сотрудники, скажем так, среднего и более высокого звена международных компаний, потому что международные компании заходят, как правило, сюда по белому, и они просто не понимают, как можно платить зарплату в конверте. То есть они привыкли платить налоги, они привыкли, что их сотрудники официально працевлаштовані, и они за них платят налоги. То есть это вот такие люди, это могут быть действительно люди, которые работают на нескольких работах. Потому что, да, для сегодня те, скажем так, специалисты, которые, скажем так, одна работа, допустим, да, те же преподаватели вузов, они могут работать на нескольких работах, и таким образом, да, сегодня зарплаты, там, допустим, учителя в школах, которые работают на 2-3 ставки или в нескольких школах, или официально где-то еще подрабатывают, то, ну, понятно, что вот такие люди тоже могут попасть вот, вот в эту, хотя бы в нижнюю границу. Хоча б в нижню границю от цього середнього класу. Але ще, знаєте, хочу повернутися все-таки до цього дослідження Держстату. 1%, лише 1%, знаєте, відразу якісь закрадаються сумніви стосовно того, чи дійсно правильно і об'єктивно було проведено соціологічне дослідження, тому що, наприклад, економісти кажуть, що їх доволі таки більше. Я попрошу вмикнути, ми взяли інтерв'ю в економіста одеського Едуарда Каражі, что он сказал нам, будь ласка. Потому что если даже посмотреть, опять же, по категорию уровня жизни, как люди живут, какое количество квартир они имеют и сдают их в аренду, и при этом считают себя не средним классом, ну, тяжело их понять. Если мы даже посмотрим опять страны Европы, да, пускай там не будем брать скандинавские страны, Германию, возьмем ту же самую Черногорию, Боснию, Герцеговину, там уже Албания, да, или даже Сербия, ну, нельзя сказать, что уровень проживания там отличается от украинского, это же как бы отличается, то есть не в лучшую сторону. То есть значительно хуже живут люди, значительно меньше доходы и расходы не те, потому что доходов нет. Но сказать, что они себя не относятся к среднему классу, очень тяжело. Тобто ми говоримо про те, що 1% респондентів, вони відносять себе до середнього класу, але ж вони можуть, інші ж теж себе, в принципі, як каже так пан економіст, що, в принципі, теж вони можуть відноситись до середнього класу, але вони цього не визнають. Ну, здесь есть два момента. Знаете, тут может якось. Первый момент, это мы опять возвращаемся к легальности доходов, потому что то, что коллега сказал, о том, что люди имеют квартиры и их сдают, как правило, это, скажем так, серый или полусерый бизнес. То есть часть аренды квартир у нас не белые.
То есть у нас просто очень много доходов, которые получает наше население, они в тени, мы с них не платим налоги. И получается, что с одной стороны, и человек в такой ситуации не может отнести себя к среднему классу, потому что он прекрасно понимает, то есть как бы он ни был уверен, даже в Одессе, когда мы знаем, что в курортный сезон, если у нас есть квартира, которую мы можем сдать, то мы понимаем, что эта квартира нам принесет деньги. Но да, прошлый год и пандемия показали, что это не всегда так работает, то есть может что-то произойти, и это не, мы не сможем, скажем, да, сдать эту квартиру. Плюс, опять же, поскольку доходы не белые, то, соответственно, сегодня они есть, завтра их нету, послезавтра что-то случилось, то есть нету, вот этой, нету ощущения социальной защищенности. Мало этого, нету, государство не дает людям ни с каким доходом практически, кроме, да, если мы не будем брать совсем богатых, да, скажем так, вот этот вот верх, который не попал в это исследование. Государство не дает людям вот эту социальную защищенность, и у людей нет уверенности в завтрашнем дне. Если этого нету, то очень сложно себя отнести к среднему классу, потому что люди понимают, что сегодня у них есть эти доходы, а завтра их выкинут на улицу, будет локдаун, или они заболеют, или еще что-то случится. Да, то есть вот средний класс – это про стабильность. Ось так, дійсно. І цей середній клас можна побачити, на жаль, в інших країнах. Ми про них дещо пізніше поговоримо, але не можемо минути те запитання, що стосовно тіньового бізнесу, зарплату у конвертах. Ми розуміємо, про що ми всі кажемо, так, про неофіційне працевлаштовування. Ось сьогодні в Одесу завітав голова комісії Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. І ось про що він каже, що зараз Кабмін випрацьовує законопроєкт, відповідно до якого податківці будуть перевіряти, значить, звідки у громадян є гроші на велику покупку. Розумієте, так? Тобто, якщо ви придбаєте щось дуже, там, не знаю, якісь домашні кінотеатри за чималу суму коштів, це буде перевірятися, якщо ви не зможете це довести, вам доведеться, вас змусять заплатити податки відповідні до державної казни. Ось так от буде у нас надалі, бачать так і керівники держави, як буде далі боротися з тіньовою, так, з тіньовим бізнесом, з конвертами, зарплатами у конвертах. Так, це я просто хотіла сказати, що зараз у нас досить таки цікаво і стосовно тіньового бізнесу. Як в інших країнах? Чому все-таки, яким чином іншим країнам у Європі, в Америці все-таки їм вдалося досягти того, аби середній клас, його все-таки було трішки більше? І, як ми вже казали, це стабільність. Середній клас – це стабільність економіки, стабільність країни. Чи, яким чином? Завдяки чому? Чи кому? Ми зараз просто повернемося немножечко на шаг назад, к тому, що це у нас наша проблема, як України, як государства, системна. Тобто у нас нету стратегії, ми не розуміємо, куди ми йдемо. То есть для того, чтобы... Немає конкретного вектора, да, то есть для так? того, чтобы люди... то есть государство – это не абстрактная какая-то структура, которая существует. Государство – это люди. И для того, чтобы люди участвовали, не может один президент, одно правительство, одна Верховная Рада не может отдельно во взятой стране сделать рай на земле, если население не поддерживает, не участвует в этом строительстве. И когда люди не понимают, что мы строим, то есть если бы люди понимали, да, допустим, если мы вернемся там на несколько шагов назад в нашу историю, да, бы строили коммунизм, люди говорили, я сейчас живу плохо, но мои дети будут жить при коммунизме, у них была идея, они были готовы вкладывать что-то ради чего-то, да, то есть ради будущего своего или хотя бы своих детей, они готовы были терпеть негоразды и что-то строить. Да, Германия после войны, они приняли эту экономическую стратегию, и они строили сильную Германию. Израиль, когда образовался,
он строил сильное независимое государство. То есть люди понимали, что они хотят построить, они понимали, куда они идут, они понимали, ради чего они живут сейчас так, как они живут. Та же Польша, там также была стратегия, они понимали, люди понимали, что они строят. Наша часть нашей проблемы лежит в том, что мы, в отличие от тех государств, о которых я сейчас говорила, мы очень сильно поликультурные, у нас много религий, много культур, много национальностей, и у нас зачастую разное прошлое. И до тех пор, пока нам это разное прошлое вбрасывают как что-то, что нас разъединяет, мы не сможем, то есть и снизу, получается, что нам и сверху не предлагают эту общую стратегию, и снизу мы не можем ничего дать, потому что нам постоянно вбрасывают что-то, что нас разъединяет. И получается, что ни с одной, ни с другой стороны не получается что-то сделать, что-то общее и строить вот это общее. И, соответственно, если бы была какая-то вот эта общая стратегия, потому что, в принципе, где-то в после 2000 года, где-то до 2008, у нас стал зарождаться вот этот средний класс, у нас появилась как определенная стабильность, и у нас потихоньку люди стали себя ощущать вот этим средним классом. То есть была, когда появляется определенная стабильность, то больше людей начинают себя чувствовать вот этим средним классом. Вот. Но потом у нас была оранжевая революция, которая немножко, потому что любая революция ведет к тому, что у нас ухудшается вот это экономическое положение. Потом был кризис мировой 2008 года, потом мы знаем, что у нас потом был 2010-2013 год, и это все тянуло за собой то, что у нас вот этот средний класс, который только-только начинал поднимать голову, он тут же падал вниз. И получается, что у нас этот средний класс вот такой, какой мы имеем. То есть действительно это вот этот вот 1%, может быть 2%, может быть кто-то не попал в это исследование, может быть кто-то действительно, опять же, поскольку мы говорим о легальных доходах, кто-то какие-то доходы, может быть, не учитывает. То есть может быть те люди, которые работают на нескольких работах, они не ощущают вот этого, да, уровня, да, уровня дохода, потому что когда работаешь на 10 работах, то уже ты не отдыхаешь, то есть ты бегаешь как белка в колесе между вот этими работами. Поэтому, ну, опять же, мы возвращаемся к вот этому самоощущению. То есть все-таки вот этот 1%, это, я считаю, что все-таки это правда. Да, это объективность вот в этих субъективных ощущениях. Потому что даже если у человека есть этих 25 тысяч дохода, но он себя не ощущает средним классом, он себя не будет вести как средний класс. Тому що він працює на чотирьох роботах, да, потому что он, да, потому что он будет себя вести не как средний класс, а как все тот же бедный. Тот, все тот же, как вот этот вот более низкий класс. Соответственно, да, это будут соответствующие траты, это будет соответствующее поведение. То есть мы возвращаемся к тому, что это все-таки не средний класс. Так, я абсолютно з вами згодна. І знаєте, тут відразу виникає запитання, на яке я хочу, щоб ви відповіли пізніше, після все-таки варіанту нашого економіста Едуарда. Як, яким чином в нашій країні можна досягти середнього класу? Тобто, як його підвищити? Чи тут питання в менталітеті? Чи тут питання дійсно у цьому стратегічного напрямку з боку держави? Чи з боку народу? Ось зараз пропоную послухати економіста. Самый простой, самый правильный, самый законный способ увеличения доходов населения – это рост минимальной заработной платы, который сегодня установит государство. И естественно, что чем выше минимальная заработная плата, тем большая часть зарплат будет выплачиваться не в конвертах, а будет выплачиваться официально. И когда у бюджетников зарплата будет более-менее выше, да, чем в бизнесе, то многие люди, работающие не в бизнесе, будут обращаться и идти на работу в бюджетную сферу, потому что там стабильно, там гарантированная пенсия, социальные выплаты, социальная защищенность. О, і ось виходить у нас така ситуація. Що ви, чи ви згодні, чи ні, навпаки? Ну, во-первых, для того, щоб бюджетникам виплачувати більше зарплати, ми повинні мати більше денег. Тобто для того, щоб підняти мінімальну зарплату сьогодні, ці гроші потрібно десь взяти. Якщо ми просто запустимо печатний станок,
то это будет просто, мы увеличим инфляцию, печатный станок, это значит рост цен, и просто мы будем соревноваться, что будет быстрее расти, цены либо минимальная заработная плата. Мы уже это проходили, мы знаем, что быстрее растут цены. Вот, соответственно, получается, что просто поднять вот эту минимальную заработную плату и положить, то есть получается, что вот эта минимальная заработная плата, это мы просто перекладываем часть, то есть это, допустим, да, если мы берем, допустим, те же продукты питания, это зарплата тех, кто эти продукты питания производит и продает их нам. То есть, соответственно, вырастет минимальная заработная плата, соответственно, вырастут пропорционально все цены на продукты. Потому что они потянут, потому что вот эта минимальная зарплата, которая будет выплачиваться по белому, увеличится, соответственно, увеличится сумма налогов, которая будет выплачиваться по белому. И это все, то есть мы будем просто ходить вот так по кругу, и мы не придем ни к чему. Простое повышение минимальной заработной платы – это не выход. То есть нужно все-таки поднимать экономику, нужно вкладывать деньги в образование и в медицину. И то есть это, я понимаю, что это проще сказать, чем сделать. Ну, потому что, опять же, для того, чтобы вкладывать деньги в экономику и в образование, мы должны эти деньги где-то взять. То есть на сегодняшний день деньги мы можем взять только у наших олигархов. То есть ну, самый простой вариант – это просто отнять у богатых и поделить. Будь таким Робин Гудом. Да, будь такими, да. То есть можно попробовать в нашей стране, можно попробовать побыть Робин Гудами. И опять же, мы должны понимать, что даже у богатых людей эти их миллиарды, они не лежат в кармане. То есть это не комната, где сложены деньги. Эти миллиарды, как правило, они где-то во что-то вложены. То есть просто прийти там, к тому же Ахметову или еще к... Да, там, к, там, к Медведчуку или еще кому-то и сказать, отдайте нам миллион, он скажет, ну, у меня его нету. То есть просто достать из кармана миллион он не сможет, потому что у них его технически этого миллиона в деньгах нет. То есть здесь нужно предыдущие шаги наших властей частично привели к тому, что мы имеем, потому что были проданы стратегические предприятия, они перешли в частные руки. То есть у нас есть вариант, мы можем попробовать национализировать стратегические предприятия, какие-то важные. То есть есть предприятия, и опять же, это лучше скажут экономисты, какие предприятия должны быть обязательно в собственности государства, и отдавать их в частные руки, это не очень хорошо, мягко говоря, для страны. Вот, поэтому проблема системная, мы к сегодняшней ситуации мы шли достаточно долго, то есть мы практически все 30 лет независимости. Действительно, да, мы были периоды, когда поднималась экономика, но в тот момент, как экономика только-только начинала подниматься, происходило либо какие-то внешние факторы приводили к тому, что она падала, либо внутренние факторы. Либо в том числе и, допустим, да, и там зачастую и передел капитала. То есть, в общем-то, мы сейчас находимся вот в таком, скажем, в становлении нашей независимости и государственности. Поэтому понятно, что это не быстрый процесс. Плюс люди, опять же, устали за эти 30 лет, и люди хотят уже пожить хорошо. Но наша проблема в том, что мы все время хотим пожить хорошо уже завтра. А так не получается. Угу. Ось ви достатньо гарно сказали, дійсно, всі вже набридло, вже хочеться пожити гарно, добре, так, достатньо. А чи є взагалі, якщо дивитися так, на наше суспільство і оцінювати його об'єктивно, чи можна спрогнозувати, коли це добре настане? Ну, для того, чтобы это добре настало, ми опять должны вложить деньги в образование и в медицину. Потому что на сегодняшний день... Про що, тому що там, де є середній клас, це першочергово... Это образование. Правильно? То есть у нас освіта, на сегодняшний медицина. День, да, на сегодняшний день для того, чтобы получать определенный уровень доходов, нужно образование. Потому что даже самое простое, даже сельское хозяйство сегодня это не крестьянин с плугом и с лошадкой. Это сегодня высокие технологии. То есть для того, чтобы сегодня получать прибыль от сельского хозяйства, даже если Украина примет
в качестве стратегии то, что это аграрная страна, то это должны быть высокие технологии. Это не может быть население, там, да, миллион крестьян, которые пашут землю на лошадях. Это будет убыточно, и мы ничего не заработаем. То есть это опять, это высокие технологии. Высокие технологии можно либо купить, либо вырастить тех, кто эти технологии создаст или адаптирует, или придумает у себя. Понятно, что можно сначала можно купить, если мы хотим уже сегодня получать прибыль. Но завтра нам нужны будут инженеры, завтра нам нужны будут профессионалы в том же сельском хозяйстве, которые будут обслуживать это, и у нас их не будет, если мы не будем вкладываться в образование. А покупать образование где-то на Западе – это очень дорого. То есть мы просто придем к тому, что наша молодежь будет уезжать на Запад, получать образование там, либо уезжать те, кто не могут по разным причинам получить образование, они будут уезжать как заробитчаны за границу, и замещать, да, в странах бывшего Варшавского договора они будут замещать ту молодежь, которая уехала уже, в, скажем тогда, в страны Западной Европы, а к нам приедут те, кто, скажем так, люди из тех стран, где еще хуже, чем у нас. То есть это приедут люди еще с более низким... Знаете, мы це все спостерігаем. Да, то есть к нам приедут люди с более низким уровнем образования, с более низкими социальными запросами. И, соответственно, ну, мы будем, нам будет, чем дальше, тем сложнее нам будет выйти из этой ситуации. Зрозуміло, що творити, створювати середній клас необхідно уже сьогодні. Вчора. Вчора. Так ви добре сказали. Якщо по відсотковому співвідношенню, то скільки повинно бути нам, нашій країні, скільки було б достатньо, аби відчути цю стабільність і соціальний захист? Ну, по-хорошому, чим більше, тим краще. Ну, хоча б 50%. Хоча б. Ви, в принципі, проговорили сьогодні з вами, яким чином це можна досягти. Я надіюсь, що незабаром ми всі з вами відчуємо це добре. І все-таки наш середній клас, люди не будуть відносити себе до середнього класу лише 1% зі всієї країни. Це досить таке дуже погана історія з поганим кінцем. Дякую, дорогі телеглядачі, що були з нами. На жаль, наш час завершується. Нагадаю, у нас сьогодні була кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології ОНУ імені Ілії Ілліча Мечнікова Ганна Ятвецька. Дякую вам. А ви, дорогі телеглядачі, залишайтесь на телеканалі «Медіа Інформ».